Команда КВН «Чуваши Чигу» приняла участие во второй игре четвертьфинала первой лиги. Конец прошлой недели стал для жителей Казани по-настоящему смешным. А все потому, что КВНщики со всей страны съехались для участия в играх телевизионной первой лиги Международного союза КВН. Чебоксары, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Воронеж, Елабуга, Лондон. А всего 23 команды из 20 городов России. И не только приехали в столицу Татарстана. На этот раз КВНщиков собралось так много, что веселили казанских зрителей они 4 дня. В игре 1/4 финала первой лиги КВН смешили и зрители, и жюри команды КВН «Чуваши Чигу». Самое сложное в поездке такси – слушать разговоры таксиста. Но еще сложнее, когда он немножечко странный. Строители 30? Да. Начинаем движение. Дети в честь меня собаку назвали. Рекс. По итогам игры из 6 команд в полуфинал прошли только 3. И наши чуваши в их числе. Теперь КВНщики будут усиленно готовиться к следующей встрече. На это у ребят целое лето. Полуфиналы и финалы лиги пройдут, как всегда, осенью. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Алексей Андреев. Республика.